Удачная такая атака. И вновь в защите здорово Ковалев действует. Вот, кстати, что касается защитных действий, сегодня уже минимум три эпизода я насчитал, когда его игру на задней линии можно отметить. Ну, Ковалев, во-первых, еще из тех связующих, которые очки постоянно где-то набирает. И блока у него все в порядке. 198, очень хороший рост для связующего. Игры еще не дотягиваются, потому что надо доходить и напротив нападающего находиться в этот момент. И вот при такой зоне это сложно. Ковалев еще одно очко плюсует, закрывая один в один Дениса Бирюкова. 23-21.